Всем доброго времени суток, друзья, вы находитесь на канале The Hookman Show, и сегодня мы с вами продолжаем проходить игру Hotline Miami за маску Оскара. Задание называется Full House. Full House. Здесь, играя за эту маску, проблема в том, что когда начинает мерцать и начинает становиться темным, это очень неприятно сказывается на последствиях, которые потом появляются. То есть я не могу увидеть просто-напросто, как противник идет. Если бы я играл за обычную маску, я бы так не останавливался и не ждал бы. Я бы просто брал оружие и шел в атаку. А здесь я боюсь, во-первых, промахнуться, во-вторых, сбиться с пути. Поэтому в этом и вся сложность, в том, что здесь надо действовать только тогда, когда красным загорается. В общем, дошли мы, короче, до первого босса, скорее всего, потому что сейчас здесь он появится. Опять экран осветлелся, ну что это такое? Я думал, буду играть против босса с вот таким вот цветом, но скорее всего сейчас будет все нормально. Ну что я могу сказать? То, что я надеялся на то, что здесь будет все таким цветом, как было до этого. То есть все будет мигать, было бы намного сложнее, я считаю, было бы намного труднее. Но не знаю, почему разработчики решили подобным образом все сделать. Как по мне, это было бы намного лучше. Намного лучше. Но ничего не поделаешь, ничего не сделаешь. Как мы видим, у нас здесь получается и против этого босса нужно драться таким образом. А здесь, смотрите, а здесь обратно переключилось на эти свойства. Просто гениусы создатели. Почему нельзя было то же самое сделать на следующем уровне? Как-то так, всем спасибо за просмотр, всем пока.